Меня зовут Павел Касьянов, я являюсь региональным представителем компании LocLife в Ростовском регионе. Угу. И что она делает? Я рад представить вам продукцию от компании LocLife, которая представляет государственную научно-производственную базу индустрии здоровья Китайской Народной Республики. Данная продукция – это результат плодотворной работы китайской медицины, которая уже более 5000 лет, и современных технологий. Вся продукция сегодня производится на самых высоких технологических линиях с применением достижений разработок у ученых. В частности, совсем недавно, в этом году, была награждена Нобелевской премией одна из ученых за достижения в разработке продукта, связанной с решением проблем малярии и паразитов. Я подчеркну для наших зрителей, что ее зовут Ю-Ю. Ю-Ю-Ту. Ю-Ю-Ту. Интересно, две Ю-Ю и две буквы ТТ, да? Да. И она это средство изобрела на основании лечебника 2000-летней давности. Так, определенный точно. Вид полыни, который содержится особые горечи, особые вещества, против которых уже с малярией тогда справлялись. А теперь этот 2000-летний рецепт пришел к нам вновь для того, чтобы успешно работать с малярией. Все правильно. И вот данная продукция, вот такой пакетик, вроде бы невзрачный на вид, но тем не менее дает удивительные результаты по решению проблемы с паразитами. А что там такое? Это вот как раз состав трав, подобранных в специальной пропорции, которые способны уничтожить паразитов, растворить и вывести их безболезненно с организма. А и сколько таких надо пакетиков? Курсовой прием 3 пакетика. 3 пакетика. Через 15 дней. А вот что это за биоэлектронный массажный прибор, похожий на такой, знаете, на мобильный телефончик, да? Да, да. Вот это. Что это такое? На самом деле это тоже достижение разработок, биотехнологий, где в прибор заложены специальные микросхемы, которые позволяют достигать следующих направлений. Первое – это акупунктурное воздействие на биологически активные точки с целью активации энергии. Или как? Нет, нужно просто знать местонахождение, накладывается специальная лопата, накладочка такая на гелевой основе, и электроимпульс уже точечку находит самостоятельно. То есть это облегчает поиск вот этих биологических очагов. Примерно район накладки она работает. Также можно этот прибор использовать как именно массажный прибор. 5 видов массажа и очень интересный массаж. Массаж – это специальный массаж женский для поднятия так называемых опущенных органов малого таза, так скажем. Тонус. Вот так вот. Даже так, как, да. За счет микровибрации или как он там действует? Электроимпульс и микровибрация, то есть два вида воздействия. И также его можно использовать как массажный прибор для косметологии, для поднятия тонуса мышц лица. Тоже накладывать? Тоже на специальные накладочки, тоже специальные маленького такого размера, которые осуществляют такое удивительное воздействие. Интересно. Это достижение уже прибор уже 21 века, потому что раньше у нас в России поставлялись такие приборы другой компании, но компания LocLife сегодня представляет все самое лучшее, что есть на рынке вообще Китая. Есть удивительная продукция, которая сегодня позволяет восстановить опорно-двигательную систему человека. Это липковый глюкозамин. Это абсолютно биопригодная формула из натуральных компонентов, которая позволяет улучшить состояние хряща, то есть восстанавливает его Это снаружи надо втирать? Это или нет, внутрь? Это применяется внутрь. Это сложная формула, где есть специальная пептидная группа, которая специально направляет весь полезный состав туда, куда он должен попасть. Для уплотнения кости, для восстановления хрящевой ткани. Также есть удивительный препарат, который называется «Три сокровища». Это уже опять-таки за счет новых технологий компании. Интересно, китайцы всегда любят, если что-то они сделали такое действительно хорошее, называют одно сокровище, три сокровища, бывает и 5, и 7. Да. Так вот, буквально об этом препарате хочу сказать два слова, потому что это впервые, когда именно за счет технологий совместили в одной таблетке и кардицепс, и линжи, и женьшень. Это вот как раз те три сокровища Китая, которым Китай славится на весь мир. Что такое кардицепс? Кардицепс – это высший гриб. Из него добывается компонент под названием кордицепин, который что очень делает? Мощно восстанавливает всю материю человека. То есть клетки, связи между клетками, связи между органом, системой человека. Следующее вещество? Следующее вещество – это женьшень.
Женьшень – это всем известное растение, которое помогает дать много энергии. Ее называют еще «трава жизни». Потому что где-то после 40 лет он дает людям хороший поток энергии. Как раз то, что не хватает нам сегодня в нашем трудном мире. Третье. А третье – это линжи. Линжи у нас принято называть рейша, либо голландерма блестящая, которая в Китае издавна считается как трава бессмертия, потому что она дает очень мощное очищение печени, а наш дух, разум с печенью имеет прямую связь. Поэтому при очищении восстановления печени у нас улучшается настроение, у нас улучшается жизненный тонус, у нас улучшается мышление, разум и так далее, и так далее. Значит, я позволю себе прокомментировать, а вы меня поправите. Смотрите, первый компонент кардицепс, он, значит, стимулирует, я думаю, на клеточном уровне восстановление нашего организма, да? Но для того, чтобы произошло восстановление нашего организма, ему надо дать еще силу. И как раз второе сокровище женьшень дает силу кардицепсу, чтобы он все это восстанавливал. Но для того, чтобы произошло это еще восстановление еще лучше, надо, чтобы царица старшая, согласно нашей восточной философии, печень заработала. И как только она заработает, значит, идет мощное омоложение организма. Вот этот препарат, кстати, по секрету, наш президент Владимир Владимирович уже употребляет в течение 2 лет. Там, конечно, другая упаковка, более такая, знаете, престижная, президентская. Но, тем не менее, препарат сегодня считается лучшим питательным продуктом в мире. Это без Согласен. Чтобы еще сами дополнили, сказали, подчеркнули. Ну, на самом деле у компании более 40 именований продукции. Вся продукция великолепного качества, потому что это государственный стандарт Китая. И я бы выделил просто 6 направлений групп. Первая группа – это то, что позволяет организм очищать как бы среду обитания. То есть это чистая вода, чистый воздух. Вторая группа – это то, что позволяет наш организм очищать как бы изнутри и снаружи. Это применяется женские тампоны, различные чаи, вот этот же самый кофе, рыбий жир. А внешне это стопные пластыри, которые избавляют нас от токсинов через стопы, через вообще поры кожи. Есть группа товаров, которая направляет на как бы запуск регуляции организма. Это как раз кардицепс, линжи. У нас есть в чистом виде кардицепс, есть линжи, есть кардицепс в жидкой форме с линжи вместе. Есть кофе с макой линжи. Четвертая группа товаров – это питательные препараты, которые позволяют набрать необходимые компоненты в организм. Это витаминный минеральный комплекс, это лецитин, это гликоглюкозамин. Это сокровище молодости, специальная формула для женщин, которая позволяет сгармонировать гормональный фон женщины. Это новый препарат Синнаокан – здоровые сосуды, который позволяет полностью оказать лечебное восстанавливающее действие на сердечно-сосудистую систему. То есть растворяются тромбы, питаются стенки сосудов, улучшается их качество. Да? А что туда входит? Туда входит натокиназа, за которую когда-то еще японский ученый получил Нобелевскую премию. Там есть алицин, это вычистка чеснока, которая снимает воспалительные процессы. И там есть специальная аминокислота, питательная группа для восстановления стенок кровеносных сосудов. Очень хорошее средство, позволяющее профилактировать и постинсультное состояние человека вывести на нормальный уровень. Потому что он растворяет тромбы очень быстро. Вот многие не знают, как восстановиться после инсульта, инфаркта. Это как раз средство будет способствовать этому. Да. И ваше, значит, в переводе «счастливая жизнь». Счастливая жизнь, абсолютно правильно. Очень интересно. Важно, как вы компанию назовете, так она и пойдет. Счастливая жизнь, понимаете? Многие говорят там, как-то там непонятное название, а это вот отлично. Что бы вы еще добавили? Я бы добавил, что все желающие могут прийти в наш центр, который находится на Соборном 21, и познакомиться с продуктом детально.